Здравствуйте. Вы позвонили в службу заказов «Мир книги». Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Добрый день, меня зовут Наталья. Чем я могу помочь вам? Алло, Наталья. Алло. Да, я слушаю вас. Добрый день. Я вот получил недавно ваш каталог последний с письмом. И, так сказать, хотелось бы заказать из него некоторые образцы книг. Ваш код клиента назовите. Ой, я сейчас не вспомню. Хорошо, фамилию вашу назовите. Фамилия моя Парамонов. Имя, отчество? Сергей Викторович. Улица у вас какая? Простите, Ленина. Дом? 28. Квартира? 45. Дата рождения? Зачем прям такие подробности, я не пойму. Хорошо, из какого каталога будете делать заказ? В смысле из какого? Ну, дом книги. За какой месяц у вас каталог? А, ну вот за последний, за это самое, август. Называйте его-то. Так, мне интересует целых три книги. Как раз это будет примерно на 590 рублей, может даже больше. Лоты называйте мне, пожалуйста. Первая книга называется «Как убить спамера с первого удара». Лоты, вы меня слышите? Цифра. Номера лотов называйте. Вторая книга называется «Наеби читателя. Практическое пособие». А третья называется «Сексуальное извращение посредством почтового ящика». Это все, что вы хотите сказать? А, да. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. А, прощай, Бершняги. Давай. Здравствуйте, Марина. Чем могу помочь? Алло, Марина? Да, слушаю. Добрый день. Я вот только что вам звонил, почему-то трубочку бросили, оператор ваш. Ну, знаете, мы не бросаем трубки, я, по всей видимости, связь прервала. Что вы желаете, заказ сделать или что-то? Да, конечно, заказ хочу сделать. Код клиента, пожалуйста, ваш. Ой, я сейчас не вспомню код клиента. Фамилия, имя, отчество ваше. А, Парамонов Сергей Викторович. Почтовый индекс, пожалуйста, ваш. Ой, ну опять вы спрашиваете, сколько сможете это повторять. Я просто хочу узнать, есть у вас книга в наличии или нет? Данной информацией мы не обладаем наличием книги непосредственно. Мы можем принять заказ на книгу, если она из действующего каталога. Да, она из действующего каталога, конечно. Ну, хочу заказать. Тогда, пожалуйста, индекс называйте. У нас 3 миллиона клиентов, как вы думаете? Я знаю, какой у вас индекс. Ну, как бы это не мои проблемы. Я хочу заказать у вас книгу «Как убить спамера с первого удара в лоб». Либо что-нибудь про сексуальные... Сергей Викторович, пожалуйста, ваши данные называйте, чтобы я могла вам внести заказ. Каким образом я могу вам внести заказ, если вы данные свои не называете? Я вам еще... Либо уникальный код, пожалуйста, либо почтовый индекс назовите ваш. Почтовый индекс 145-255. Спасибо. Нет такого индекса. Как? 145? 245. 240 минут. Такого индекса тоже не существует. Нету. Правильный индекс свой назовите, пожалуйста. Не существует. Где вы проживаете, пожалуйста, говорите. Город Кинешма. Область, регион какой? А я не помню. Тогда, пожалуйста, уточните и перезвоните. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Ага, да. Здравствуйте, Екатерина. Чем могу вам помочь? Алло, Мершняги? Что? Мершняги? Вы куда звоните? А, в Мершняги. Вы ошиблись. Как вы? Спасибо за звонок. А что это? Ошиблись. Туда? А куда я попал? Мир книги. А, да. Тут просто неразборчиво написано на вашем письме. Написано Мершняги. Да вы что? Да. Быть такого не может. Серьезно говорю. И что вы хотели? А ничего, поговорить просто. Может, книжку какую-нибудь закажу? Может быть, или закажете? А, точно закажу. Вот, например, как убить спамера... Ваша фамилия. Удара. А что же вы все мне фамилию спрашиваете? Алло. А на кого вы оформляете заказ? А, на себя, конечно, на себя. Ваша фамилия? Парамонов Сергей Викторович. Парамонов.
Да. Почтовый индекс. Ой, а я вам не скажу, наверное, почтовый индекс. Да, спасибо за звонок. Всем доброго, до свидания. Давай, пока, Мершняги, пока. Давай. Трубку вешай давай. Вешайте. 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 Ваш номер у нас определился. Еще раз позвоните по этому телефону, к вам приедет милиция. О, слушай, а можно два наряда сразу сказать? Хорошо. До свидания. Давай, сиди там. Ну, что, слушайте? Вы позвонили в службу заказов «Мир книги». Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Добрый день, Алла, чем могу вам помочь? Алло, Миршняги. Что, простите? Миршняги, я правильно попал? Нет, мир книги. Вы ошиблись. А тут просто на письме на вашем, вот в почтовый ящик мне письмо пришло, неразборчиво очень написано. Я-то думал, Миршняги мне письмо написал. Понятно. Вы хотели бы сделать заказ? Конечно, конечно. Ваш код клиента, пожалуйста. Ой, а я сейчас не помню. Фамилия, имя, отчество? Парамонов Сергей Викторович. У вас есть какие-нибудь книги про рыбалку для голубых, например, или что-нибудь типа того? Про рыбалку для голубых? Да-да-да. Нет, вроде бы нет. Просто есть рыбалки. А просто для голубых? Посмотрите, пожалуйста, наши каталоги и сделайте выбор. Там все представлено. Да какой-то у вас отстойный каталог, там ничего не понятно, не по-русски написано. Простите, вы хотели бы сделать заказ? Чем я могу вам помочь? Хочу книгу «Рыбалка для голубых» от этого, от автора Субботин. Вы знаете, к сожалению, у нас такой книги не представлено. Может быть, вам в других источниках следует поискать подобные лоты. Ну, а может, вы все-таки найдете где-нибудь там с автором свяжетесь или что-нибудь типа того? Вы же целый мир книги. Одну минуту, пожалуйста. Да-да-да, давай. Привет, абсолютно. Плачу огромные деньги, они еще издеваются надо мной. Здравствуйте, Стелла Чима, я могу вам помочь? Алло, а можно Ирину? Алло. Речь, вероятно, идет о письме, которое вы получили вместе с каталогом. Да. Это ошибка, приносим вам свои извинения, пожалуйста, не принимайте данное письмо всерьез. Как ошибка, в смысле? Что вы имеете в виду? Мы сейчас выясняем, каким образом это письмо попало в наши каталоги. То пожалуйста, это... не принимайте его всерьез. Нет, то есть это какая-то шутка или что, вы можете мне сказать? У нас сейчас в компании проводится расследование, каким образом данные письма попали в каталоги к некоторым нашим клиентам. Так. Ну и когда можно ждать результатов расследования? Пока они неизвестны. Ну а приблизительно хотя бы когда? Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. Очень плохо, между прочим. Очень плохо. Я уже написал заявление, куда нужно. Самому Субботину Сергею Валентиновичу. Так что вас всех возьмут за жопу и отметелят. Ха-ха-ха. Если вы будете продолжать разговор в таком тоне, я буду вынуждена его прекратить. Не надо, давай поговорим. Вы хотите сделать заказ? Нет. Ты в чем сейчас одета? Всего доброго, до свидания. Нет. Добрый день, Любовь, чем могу помочь? Алло, Любовь. Да, я слушаю вас. Компания «Мир Снеги». Алло. Компания «Мир Книги». «Мир Книги» или «Мир Снеги»? Почему-то мне письмо пришло, там написано «Мир Снеги». Я не знаю, что вам за письмо пришло. Ну вот, хотелось бы сказать вам какую-нибудь книжку. Что-нибудь, как избавиться от спамеров с помощью анального отверстия. Позвонили в службу заказа «Мир книги». Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте, Екатерина, чем могу вам помочь? Слаты нахуй, все вы, чмо, ебанутые. Вас нахуй не надо вашей машины пиздить, богатых ублюдков.
И тебя не надо нахуй убить, нахуй, и закопать. И кто тебе нахуй скотивует? Смошника. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Заткнись, чесуха. Заткнись, тварь. Заткнись, заткнись. Добрый день, меня зовут Ольга. Чем могу помочь вам? Здравствуйте. Шла ты нахуй, Ольга, да? Понятно? Заткнись. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Заткнись, ты, чмо. Тон смените, пожалуйста, вы звоните с компании «Мир книги». Всего доброго, до свидания. Заткнись, иди, иди сосать. И ты иди сосать. Тварь, сука, тварь конченая. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Слышишь, это Гарри Поттер. Здравствуйте, Валентина, чем могу помочь? Здравствуйте. Вы позвонили в службу заказов «Мир книги». Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Алло. Алло. Добрый день, Татьяна, чем могу помочь? Алло, Татьяна, добрый день. Да, да, говорите, пожалуйста. Алло, я хотел бы заказать сказки детские. Пожалуйста, ваш код клиента. Ну, я просто хочу узнать, есть ли у вас такая книга в наличии? Сказку про то, как дед взял в коляску, имеется? А вы видели в наших каталогах такую книгу? Да, есть. Номер лота назовите мне. Ой, у меня сейчас каталога нет под рукой, вы можете там посмотреть. Название книги? Сказка про то, как дед взял в коляску. Нет, такой книги у нас нет. Ой, очень плохо. А что-нибудь вот из похожего репертуара имеется? Простите, пожалуйста, нет. Мы работаем, клиенты называют нам четко номер каталога, номер лота или точное название книги. Очень расплывчатые просьбы. Ну, а тогда что-нибудь, я не знаю, там, ну, что-нибудь эротическое, например, какая-нибудь «Ебля в жопу для негров», что-нибудь вот такое. Добрый день, меня зовут Наталья, чем я могу помочь вам? Алло, Наталья? Да, я слышу вас. Добрый день. Вот я недавно покупал у вас книгу, возникла такая небольшая проблемка. Купил книгу, значит, про Колобка детскую, да, открываю, на 10-й странице хуй нарисован. Что делать? Алло, Наталья. Любуйтесь на него. Не-не-не, я не хочу. Поменяйте мне. Любуйтесь. Здравствуйте, меня зовут Марина. Чем могу помочь? Алло, Марина, добрый день. Здравствуйте. Я не так давно покупал у вас книгу, и вот возникла небольшая проблемка. Она не открывается. Книга? Да. Как книгу открывать? Подскажите, пожалуйста. В смысле, как книга не открывается? Ну вот, как... На замке? Ну нет, а как ее открыть-то? Я что-то не пойму совсем. Минут, какая книга у вас не открывается? Про Колобка. Алло. Я как только не пробовал, и рукой, и ногой, даже хуем пробовал открыть, все никак. До свидания, всего доброго. Здравствуйте, Марина, чем могу помочь? Алло, а будьте добры, Ирочку. Вы по какому вопросу, по поводу письма? Да, вот мне пришло письмо, мне ее так жалко стало. Вы знаете, к сожалению, мы приносим от лица компании вам извинения за данную рассылку, это недоразумение. Сейчас руководство разбирается по поводу данных писем. Как так? А что, 590 рублей уже не надо пересылать? Я бы так с удовольствием ей помог. Нет, не нужно, это не требовалось. То есть в письме просили сделать заказ на сумму 590 рублей, но не просто деньги пересылать. Вы, пожалуйста, уж повнимательнее к таким просьбам относитесь. Я знаю, заказ бы сделал, ну да. А еще можно, знаете, что сделать? На 590 рублей купить самотык и всех вас там в жопу переебать весь офис. А? А? Это все, что вы хотели уточнить. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Подожди.
Здравствуйте, Валентина, чем могу помочь? Валентина, вот скажите мне, пожалуйста, почему у вас такая пидорская музыка на звонке? Вы хотели сделать заказ или что-то уточнить? Я хочу уточнить, почему такая пидорская музыка у вас играет все время. Добрый день, меня зовут Ольга, чем могу помочь вам? Здравствуйте. Алло, Ольга, вот у меня такая проблема, хотел бы у вас книжку заказать. Ваш уникальный код назовите, пожалуйста. Ой, вы знаете, я его не помню. Дайте я вам просто скажу сейчас свою проблему, а там посмотрим. Имя, отчество. Алло, что? Ваша фамилия, имя, отчество. А это Парамонов Сергей Викторович. В общем, смотрите, какая проблема. Сергей Викторович, ваш почтовый индекс. Да что же вы все у меня это спрашиваете-то? Я вам хочу проблему свою рассказать, а вы мне все про индекс, про индекс. Вы хотите оформить заказ, а чтобы оформить заказ, мне необходимы ваши данные. Да я, подождите, я хочу сначала узнать, есть ли у вас данная книга, а потом только оформлять заказ. Пожалуйста, номер лота. А, да не-не-не, мне, короче, мой препод сказал, это самое, читай, говорит, курс высшей математики Смирнова, тогда я сдашь зачет. А если, говорит, не купишь в мире книги курс высшей математики Смирнова, два тома, я, говорит, тебя скалкой вдоль вонищи-то да выебу. Такие вот дела. Что делать? Курс высшей математики в компании «Мир книги» у нас такой книги нет. Обратитесь, пожалуйста, в другое издательство. Хуёвая, можно сказать, компания, это ёбаный ворот. Да-да-да. Тон, пожалуйста, свой смените, вы звоните в компанию «Мир книги». И что? Чего снять? Если вы хотите высказаться, то, пожалуйста, дома. Спасибо вам за звонок, до свидания, всего доброго. Мы и так дома, сучара. До свидания, всего вам доброго. Россия наш дом. Давай, пизди там. Добрый день, могу помочь? Алло. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Чем могу помочь? Алло. Говорите, пожалуйста, вас слушают. Я вас слушаю. Это Миршняги ведь, да? Миршняги? Алло. Алло, Миршняги. Вы желаете сделать заказ? Нет, я хочу поговорить с оператором из Миршняги. Положите трубку, пожалуйста. А вот хуй тебе. Добрый день, меня зовут Ольга, чем могу помочь вам? Здравствуйте. Алло, Ольга, здравствуйте. Я хотел бы книжку заказать. Ваш уникальный код, пожалуйста. Ой, вы знаете, я его не помню. Фамилия, имя, отчество? Парамонов Сергей Викторович. Почтовый индекс? Ой, вы знаете, да я просто хочу узнать, есть ли у вас такая книга сейчас в наличии или нет, а потом уже я... Сергей Викторович, вы сегодня звоните в компанию уже не первый раз. Да. И этой книги у нас нет в наличии. Какой этой-то? А я другую хочу. Номер лота, пожалуйста. Ой, вы знаете, я не помню, я только название помню. Название книги? Детские ролевые игры. Автор Нина Васильевна Позднякова. В народе более известная как Толстопиздая. Нет такой книги в наличии. Вам нечем заняться? Псевдоним у нее такой, толстопиздая. Я что, виноват? Нет в наличии у нас такой книги. Ну как нету? Сожалеем. Ну а почему? А может найдете? Нет такой книги в наличии. Спасибо за звонок. Всего вам доброго. Ролевые. Пожалуйста. Алло. Пожалуйста, за звонок. Давай. Сука, блин. Такой голос омерзительный. Вы позвонили в службу заказов. Нет, мы будем хуять. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте, Стелла, чем могу вам помочь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мир книги, давайте, короче, я с вами по-доброму. Я не буду больше вам звонить. Но за это вы всем офисом станете раком и пришлете мне фотографию. Здравствуйте, зовут Ирина, чем могу вам помочь? Алло, Ирина. Я слушаю. Это вы мне письмо прислали? Какое? А вот такое вот там, где
что-то там, вас уволят, если я вам не оплачу 590 рублей. Письмо вам никакое такое не рассылали подобное. Как так? Мне письмо пришло от Мира книги, в каталоге вложено. Что вы хотели уточнить? Ну вот насчет этого письма, это правда все? Ну я вам не рассылала каталог, никакие письма. Ну там написано Ирина, этот номер. Че вы гоните это тут теперь? А. Не надо со мной разговаривать в подобном тоне. Ладно. Я делаю заказы. Только заказы. Вы что, звоните в службу заказов? А вам не стыдно нисколько? Ладно, Ирина, простите моего коллегу, он немножко взбешен этим письмом. В общем, давайте так с вами поступим. Я сейчас делаю у вас заказ. Но... Алло. И что? А, но при одном условии. Если вы встаете на колени и молите о прощении. Спасибо за звонок, до свидания. А, желательно раком еще потом. Ваш звонок очень важен для нас. Возможно, это станет традицией. Здравствуйте, Елена, чем могу помочь? Алло, Елена, здорово. Слушай, мы тут с пацанами сидим, бухаем. Подъезжай. Вы звоните, знаете куда, нет? В Мир Шняги. Мир Книги. Мир Шняги у меня написано. Я жду объяснений. Вы извините. Вы объясните по поводу чего? А, по поводу вашего дерзкого поведения. Моего дерзкого поведения? Да. Что вы желаете еще, кроме как объяснений? Извинений и мольбы о помиловании. Опасение. Хорошо, я вам отпускаю ваши грехи. До свидания. Ой, спасибо большое. Если у вас больше нет ничего к нам. Елена, а раком встанешь в офисе прямо и фотку мне пришлешь? Здравствуйте, Назарит. Ирина, чем могу вам помочь? Алло, Ирина. Алло. Чем могу вам помочь? У меня вопрос. Вы что больше любите, героин или кокаин? Добрый день, Алла. Чем могу вам помочь? Алла, хотите конфетку? Нет, спасибо. Я слушаю вас. А, у меня целых две конфетки есть. Хотел вас угостить. Нет, спасибо. Вы хотели бы сделать заказ? Нет, я хотел вас конфеткой угостить. Нет, благодарю. То есть совсем категорично не любите, да? Да, абсолютно. А чё так? Спасибо за звонок, всего доброго вам, до свидания. Не-не-не, ну подожди. Ах ты сучара. Здравствуйте, Ирина, чем могу вам помочь? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. По-моему, у нас стало время наказать дерзкую девчонку. Вам я слушаю вас. Я собираюсь наказать дерзкую девчонку в вашем лице. В моем лице нет дерзкой девчонки. Дерзкой девчонки. Скажите, пожалуйста, по какому поводу вы звоните? Компания «Мир Книги», мы принимаем заказы от клиентов. Пожалуйста, все разговоры наши записываются, я слушаю вас, код клиента. Да, вы, пожалуйста, записывайте, и потом будете внимательно слушать. В общем, так, у вас плетка дома есть или что-нибудь типа наподобие этого? Извините, на эту тему я с вами говорить не буду. Значит, все-таки есть. Здравствуйте, Елена, чем могу помочь? Алло, Елена, добрый день. Добрый день. Ходят слухи, что вы торгуете книгами нелегально. Нелегально? Да. Книгами мы не торгуем, мы просто оформляем заказы на книги. А, не торгуешь, а продаешь, да? Почем 100 грамм Нет, книг? Нет, я не продаю. 100 грамм книг почем? Вы что хотите, не подскажете? Так сказать, выяснить, почему вы занимаетесь аморальной деятельностью. Вы не по тому адресу. Как? А я не по адресу, попали. Я по телефону. Вот я вам и говорю, что вы не туда попали, молодой человек. Здесь официальная работа, поэтому... Официально у вас все, да? Да, у нас все официально. Вы не будете делать никаких заказов? А, нет, я просто хотел посмотреть документики на вашу официальную работу. Хорошо, посмотрите, я вам разрешаю. На этом я прекращаю с вами разговор. До свидания. Слушай, можно еще вопрос? Добрый день, меня зовут Стелла, чем могу вам помочь? Алло, Стелла, добрый день. Чем могу вам помочь? У меня к вам один вопрос. Вам когда-нибудь били мокрым веслом по пизде? Добрый день, Татьяна, чем могу помочь? Алло, Татьяна. Алло. Да-да. В общем, я решил жалиться над вами все-таки. Я сегодня больше не буду звонить. Поздравьте меня с записью окончания пранка. Алло, Татьяна, ну поздравьте. Трубку положи. Ну поздравьте меня, я положу трубку.
Ах ты, сучка. Добрый день, меня зовут Надежда, чем могу вам помочь? Алло, Надежда. Да, слышу. Я вот только что звонил, попал на Татьяну. Я, в общем, что хотел сказать? Я решил жалиться над вами, над миром книги, и как бы поздравьте меня с окончанием разъема мира книги на воскресенье. Спасибо за звонок, до свидания. Ну поздравьте. 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 Ну поздравь. Вы хотели заказ сделать или уточнить что-то? Не, я хочу, чтобы вы меня поздравили с записью пранка с вами. Скажите ваше фамилию, имя, отчество. Парамонов Сергей Викторович, но это не важно. Парамонов? Да, да, да. Сергей Викторович, да. А почтовый индекс ваш? Ой, может вам еще, я не знаю, это самое, анализ, мочи, анализ мочи за 4 класс дать. Я говорю, просто поздравьте. Нет, меня, только почтовый индекс. Просто меня поздравьте, и все, и я от вас отстану. С чем вас поздравить? С записью разъеба мира книги. Я не буду с вами дальше продолжать разговор. Всего доброго, до свидания. Ну давай, я еще позвоню тогда, сука. Добрый день, Алла, чем могу вам помочь? Алло, Алла, добрый день. Добрый. Я решил над вами жалиться, над миром книги, и просто поздравьте меня с записью окончания разъеба, и я больше не буду вам звонить. Всего доброго, спасибо за звонок, до свидания. Просто поздравь меня, сука! Здравствуйте, Марина, чем могу помочь? Алло, Марина, вы меня будете поздравлять уже или нет? Вы знаете, у нас звонки все записываются, поэтому, пожалуйста, ожидайте наряд ваш регион, по вашему адресу. А спасибо можно? За звонок, всего доброго, до свидания. Можно два наряда, можно? Два. Блять, охуеть, уже все. Попался. Здравствуйте, Марина, чем могу помочь? Алло, Марина. Ну, поздравьте меня. Молодой человек, извините, пожалуйста, мы, к сожалению, с вами разговаривать никто не будет, потому что вы некорректно общаетесь. До свидания, всего доброго. Да вы послушайте меня. Да. Добрый день, Татьяна, чем могу помочь? Алло, Татьяна, выслушайте меня хоть вы, а? Да, говорите, пожалуйста. Вы просто можете меня поздравить, и все, я отстану от вас на сегодня. А с чем вас поздравить? С окончанием записи разъеба мира книги. Наряд ожидайте, ваш номер определился. Ну поздравь. Какой номер? Поздравь не можешь, что ли. Добрый день, меня зовут Надежда, чем могу вам помочь? Алло, Надежда, хоть вы мне поможете, а? Вы нам уже звонили, что вы хотели уточнить? Я просто хочу, чтобы вы меня поздравили, и я от вас отстану сегодня. Все. Хорошо, я вас поздравляю, всего доброго, до свидания. Спасибо, ура! Спасибо! Спасибо, Надежда. Я сделал это. Алла, Надежда, вы на линии еще? Да, я слушаю вас. Вам спасибо огромное, а всем вашим коллегам передайте огромный дымящийся хер в жопу. Алло. Я не пойму, положили, не положили. Алло, Надежда. Да, я слушаю вас. Я вас сейчас переключу, оставайтесь на линии, пожалуйста. Давай, клади трубку. На ментов переключай. Добрый день, я вас слушаю. А вы кто? Скажите, пожалуйста, вам что, заняться нечем? А, да, да. Вы что себе позволяете? А вы? Вы хотите неприятностей? Хочу. Вам их устроим. Давай. А вы кто вот такая? У меня сейчас определился ваш телефон, и вы какой будете номер? Раздавать... Не надо, я прошу прощения. Скажите только, какой номер? Вы что, номер совсем чокнутые, что ли, совсем? Вам нет, делать нечего? Дети номер маленькие, как не стыдно вам, бессовестные. Алло, мадам, а у вас какого размера сиськи? Вообще, как это смешно на самом деле. Никто не смеется. Да. Очень смешно. Да, вам в психушку надо. О, Соня, не подскажете адресу? Адресочек 09 наберите, вас обязательно соединят, и там наговоритесь. Точно? Сколько вам заходит. Конечно. А почему у вас тут такое странное название, мир шняги? Можете мне сказать? А потому что, чтобы вы задали вопрос.
А, точно, точно. Во, я так... Мадам, а как вас зовут? Что, скажите, вы будете продолжать в таком же тоне? Все, я говорю, меня Надежда... Скажите, Надежда, скажите, пожалуйста, какой номер у нас только вот, скажите. И мы перестанем звонить. Какой номер? Что, какой номер вам нужен? У нас вот... Определился. Ваш номер уже... Да, ваш номер уже сообщили, куда какой? Надо. Какой? Да, да, да. Да. Какой? Я не обязана вам отвечать, какой. А мне кажется... Что значит какой? Ты слегка пиздишь. Вот слегка совсем. Да? Да. А вы не совсем слегка. Знаете, у нас все разговоры записываются, все абсолютно разговоры. Да, и вы за это ответите, молодые люди. Слушай, твоя... Всего доброго, попробуйте еще раз, перезвоните. А как тебя зовут, чтобы на тебя сразу попасть? А, вот это... Поздравили, еще и разъебали под конец. Отлично. Добрый день, меня зовут Анна, чем могу вам помочь? Алло, Анна, вы можете соединить с вашей начальницей, пожалуйста? Вы хотели бы поговорить с супервизором? Одну минуту, пожалуйста. С супервизором колл-центра вы хотели бы соединиться? Да, вот если можно. Одну минуту. Минуту, пожалуйста. О, супер лидер. Добрый день, я слушаю вас. Алло, ты супер лидер? Супер лидер, совершенно верно. А, вот, слушай, это вы со мной разговаривали вот минут 5 назад? Да. А, ну вот, да, это опять я. Там насчет милиции, насчет... Готовились к разговору, что ли? Не-не-не, я просто отходил покурить. Я что хочу сказать? А-а-а, понятно. Сил набрались? Да, добирался сил. Ну, короче, на сегодня я с вами заканчиваю. Первый сезон разъеба мира книги мы завершаем на сегодня, окей? Ну, спасибо за это. Да. Вы там, в общем, брейте задницы, готовьте крем. Скоро... Ну, как же. Скоро начнется по новой. Все как скажете, да. Да, так а что скоро... Все к нам милиции не приехали. Я думаю, что вам тоже начнется, и не меньше, чем вы обещаете нам. Почему милиция к нам не приехала, скажите? Ну, не так сразу. Я люблю милицию, пришлите, пожалуйста, уже. Все будет у вас, ожидайте, пожалуйста. Все обязательно у вас будет, да. Мадам, а как вас зовут? Да какая вам разница? Зовут? Вы все равно хамите. Какая разница? А я больше не буду. Кому хамить? Я больше не буду, тетенька. Честное слово, как вас зовут? Как вас зовут? Вот не имеет значения, как зовут. Ладно, в общем, смотри, как бы тебя ни звали, но ты сейчас пиздишь. Никого ты к нам не пришлешь. Ты сама... И не вычислила, а вот посмотрим потом. Потом посмотрим, и все, что вы нам сегодня пожелали, все будет у вас. Да ты нахуй еще пиши ноги свесила? Да, конечно. Я посмотрю, как крышку грома будут над тобой закрывать. О, как. Ага. Ну что, еще что-нибудь? Да нет, или в принципе, все? Ничего. Запас закончился? Просто поздравьте меня с окончанием разъема. Да поздравили, уже вас 15 наших девочек поздравили. А я хочу, чтобы меня суперлидер поздравил. Поздравляю. Спасибо. Вы рады? Вы рады? Да, очень. Ну, всего очень. Доброго вам. Все, давай. До свидания. Сиди и готовься. И ты тоже. И я готовлюсь. Давай.